Вот несколько крутых товаров от Xiaomi, которые ты увидишь в этом видео, а также ты узнаешь, где выгоднее покупать эти гаджеты. Всем привет! Куча крутых, необычных и очень полезных устройств от Xiaomi я покажу тебе в этом видео, а также буду сравнивать цены на Алиэкспрессе и у нас, чтобы разобраться, где выгоднее все это покупать, ведь есть некоторые товары, которые не стоит покупать на Али. Я подобрал специфические устройства, так что про некоторые ты точно не знал. Напиши в комментариях, какой гаджет будет сегодня тебе в новинку, а если понравится ролик, наградите его лайком. Приятного просмотра! И начнем мы с робота-пылесоса Xiaomi Robotic Vacuum Cleaner 2. Это вторая обновленная версия самого лучшего робота-пылесоса. Лучший он, потому что не ездит по простому программному маршруту, а с помощью процессора и датчиков выстраивает план помещения и проходит все его участки в отдельности. Главным нововведением стала возможность влажной уборки. Для этого пылесос получил дополнительный резервуар для воды и моющую тряпку. Вся эта история, естественно, может отделяться от пылесоса, и он в штатном режиме будет производить сухую уборку. Для того, чтобы волочить за собой влажную тряпку с грязью и мусором, пылесос оснастили более мощным мотором, а вот аккумулятор остался все тем же. Впрочем, это не мешает ему, как заявляет производитель, работать около 2,5 часов на одном заряде. Выгоднее покупать такой пылесос не на Али, что странно, а можно прямо в наших онлайн-магазинах. Далее не менее интересная штука от Xiaomi. Это сиденье для унитаза. Оно имеет встроенное биде. Работает устройство от сети 220 вольт. Представляю себе это сиденье в тесном туалете какого-нибудь дома старого фонда. Впрочем, думаю, что таких покупателей будет достаточно много. Сиденье выполнено из белого глянцевого пластика. Крышка имеет электропривод. Управление всеми функциями осуществляется с помощью пульта, кнопки которого имеют визуальное обозначение каждой функции. Просто иначе было бы ничего не понятно, так как русский язык туда пока не завезли. Двойная выдвижная форсунка может подавать как холодную, так и горячую жидкость. Умеет их чередовать, создавая контраст и способствуя тем самым улучшению кровообращения. Сиденье имеет встроенную систему подогрева. Включается она автоматически, когда специальный встроенный датчик обнаруживает присутствие человека. Температура контролируется электроникой, обеспечивая оптимальные для человека показатели. Термос Xiaomi Kiss Fish Cup – еще одно интересное устройство. Обычный термос от Xiaomi многие уже видели, но ведь китайцы всегда норовят внедрить что-нибудь техническое в даже самый, казалось бы, привычный предмет обихода. Это термос с цифровым термометром. В комплекте идет несколько элементов для заваривания чая. В том числе в этом термосе можно заваривать даже фрукты или сварить яйцо. Не слабым таким минусом этого термоса является то, что в комплекте нет кружки, так что придется пить чай из самого термоса. Впрочем, техническая приблуда в виде температурного датчика, интегрированного в термос, поможет не обжечься. Объем заливаемой в него жидкости составляет 525 мл, вес без жидкости всего 320 грамм. Исполняется термос в 6 цветовых вариантах. Очиститель для воды Xiaomi Mi Water Purifier. Нереально дорогой, но зато полноценный фильтр с выносным краном от Xiaomi, который подключается к системе вашего водоснабжения и на выходе дает чистую воду глубокой очистки. За счет улучшения мембраны обратного осмоса увеличивается скорость потока, который может составить до 400 галлонов чистой воды. Устройство работает быстро, а благодаря отдельному резервуару для хранения воды не застаивается. Таким образом, устраняется риск ее повторного загрязнения, и вы всегда получаете кристально чистую воду. Сопряжение с системой умного дома и мониторинг фильтра при помощи приложения Mi Home делают его, наверное, единственным стационарным умным фильтром в мире. Я, по крайней мере, чего-то подобного не встречал. Кстати, с ценой на Али и у нас не совсем все понятно. На Али цена выше на 10 тысяч, но там в комплект входят еще фильтры, а на нашем сайте не пишет, что идет в комплекте. В общем, смотрите ссылки и всегда проверяйте, что идет в комплекте, когда что-то покупаете. Игровая мышь Xiaomi Gaming Mouse имеет два варианта подключения – по кабелю или по частоте 2,4 Гц.
Вы можете выбрать проводное подключение во время игр как более точное и быстрое, а в офисе или для повседневных нужд отключить провод. Профессиональный оптический сенсор, мощные чипы и встроенная память. Программируйте кнопки, различные режимы DPI и настройки RGB цветов. В мышке установлен оптический сенсор с 5 различными режимами, включая 7200 DPI, повышающих точность, скорость передачи данных и управляемость. Каждое ваше действие будет точно перенесено в игру, без задержек и пропусков. Игровая мышь Xiaomi оснащена 32-битным процессором ARM, что делает устройство более отзывчивым и делает ваши операции более отзывчивыми. Программное обеспечение также может устанавливать скорость передачи данных в 4 режимах – 125, 250, 500 и 1000, которые могут полностью адаптироваться к индивидуальным потребностям разных игроков. Стерилизатор продуктов для холодильника. С его помощью можно улучшить качество пищевых товаров, приобретенных в супермаркете. В частности, обезопасить себя от бактерий, которые не всегда можно устранить с помощью одной лишь воды и очистки. Обеззараживающий эффект достигается за счет специальной обработки и уничтожения патогенных микроорганизмов, которые могут угрожать здоровью человека. Их споры также попадают под воздействие. Стерилизатор представляет из себя миниатюрный медальон. Чтобы устройство начало свою работу, нужно положить его в то место, где вы храните продукты, которые хотите обработать, то есть на полку или в ящик. Фактически устройством не нужно управлять, потому что можно включить его и выключить. Это все. Новейшие технологии и природные материалы позволяют фильтру очищать воздух от бактерий и микроорганизмов на 99%, благодаря чему продукты сохраняют свежесть и все свои полезные свойства. Кроме того, исчезают неприятные запахи. Для стабильной и качественной работы стерилизатора необходимо включать его как минимум раз в неделю. При этом нельзя допускать контакт фильтра и продуктов питания. Умные часы Xiaomi Mia Quartz Watch. В них есть встроенный шагомер, автоматическая настройка времени, умные уведомления, а также защита от воды. Часы выполнены в лучших традициях немецкого промышленного дизайна. Строгие формы, большой 40-мм циферблат, дополнительный малый циферблат и минимальная толщина всего 32 мм. Главный циферблат выдержан в строгом стиле, без излишеств, и показывает только время. Малый циферблат может показывать информацию о пройденном расстоянии, количестве шагов и продолжительности занятий спортом, просто и понятно. Они оснащены часовым механизмом, отличающимся точностью и стабильностью хода. Корпус часов изготовлен из особо твердого сорта нержавеющей стали, устойчивого к царапинам. Он прошел более 70 этапов обработки, от штамповки до полировки и воронения, для достижения превосходного внешнего вида, который останется с вами надолго. С помощью приложения Mia вы можете в любое время узнать количество пройденных шагов, сожженных калорий и не только. Умные часы можно настроить таким образом, чтобы они вибрировали только при действительно важных вызовах. Одновременно можно задать до 10 групп для входящих звонков. Умный чайник Xiaomi Mi Smart Kettle – незаменимый помощник на кухне. С этим продвинутым гаджетом жизнь станет еще приятнее. Mi чайник умеет поддерживать температуру воды, назначенную владельцем, для наслаждения любимым напитком. Степень нагрева можно назначить через фирменное приложение Mi Home. Связь со смартфоном осуществляется по Bluetooth. За прибором легко ухаживать, поскольку в его конструкции нет труднодоступных зон. Обжечься о чайник нельзя из-за толстого слоя пластика, покрывающего колбу, и корпус прибора останется чуть теплым. Особая форма носика обеспечивает аккуратную водяную струю. Есть 3 уровня защиты от электрических перегрузок. Если включить Mi-чайник без воды, он почти моментально отключится. Поломка из-за сухого запуска исключается. Через приложение можно установить один из настроенных профилей – 30, 50, 70, 90 градусов, или выставить свою температуру воды, что очень удобно для многих людей, для приготовления любой пищи и заваривания различного чая. Удлинитель Xiaomi Mi Power Strip – 6 розеток и 3 USB-выхода.
Руководствуясь идеей удлинитель как произведение искусства, Xiaomi разработали вместительный, но очень компактный и минималистичный удлинитель с 6 розетками. Использовавшийся ранее обычный выключатель был заменен на более безопасный микровыключатель, а также были добавлены 3 разъема USB 5 вольт 2 1 ампера. Самая большая мощность 6-местного удлинителя Mi составляет 2500 ватт, благодаря чему он может быть использован даже для кухонных приборов с высоким энергопотреблением. Отвертка Xiaomi Mi Wolf Stick Wiha. Мало кто знает, что у Xiaomi теперь есть ручная, но более серьезная отвертка. С ее помощью можно проводить различные бытовые ремонтные операции. Отвертка с 24 комплектными насадками упакована в стильную коробку. Она выполнена из алюминия, который прошел анодированную обработку. Возле каждой из бит есть схематическое обозначение, которое показывает тип резьбы. Сам чехол закрывается на защелку, поэтому при перевозке из него ничего не выпадет. Но не обязательно носить с собой всю коробку. Рукоятка внутри имеет отсек, в котором вы можете удобно разместить биты, поэтому инструмент не займет много места. Биты сделаны из хромово-надева и стали, металла, который показывает повышенную прочность к коррозии, высоким температурам и ударным нагрузкам. Основание имеет механизм пистолета, чтобы вы смогли без лишних усилий менять насадки и прочность закреплять их. Как вам сегодняшние гаджеты? Есть такие, про которые вы узнали впервые? Если да, то пишите об этом в комментариях, мне будет интересно. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это лучшая награда за мои старания. Все ссылки на устройства есть в описании, если вы что-то присмотрели для себя. И не забывайте пользоваться кэшбэком, чтобы сэкономить процент своих денег с каждой покупки. Если вам понравился ролик, то на канале есть еще куча видео, которые, я уверен, вы оцените. Они вам тоже понравятся. Был рад сегодня для вас стараться. Спасибо за просмотр, всем пока-пока!